Поздравил членов комиссии, присутствовавший на заседании начальник организационно-правового управления избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин. Избирательная комиссия ваша, конечно же, одна из лучших в Московской области. Это все признают. Надеемся, что в этом году на выборах Государственной Думы Российской Федерации, на выборах депутатов Московской областной Думы, вы, конечно же, сможете провести эти выборы достойно и показать, как вы можете организовывать выборы на территории вашего муниципального образования. На заседании путем тайного голосования были избраны заместитель председателя территориальной избирательной комиссии, ей стала Екатерина Халимова, и секретарь районной ТИК Ирина Ивлева. Председателем остался Анатолий Малинин. Срок полномочий комиссии 5 лет, и уже в этом году ей предстоит провести на территории района выборы в нескольких уровнях власти. В течение вот этих 5 лет наша комиссия будет проводить выборы как раз всех уровней. Это и федеральные выборы, в частности, в этом году у нас пройдут выборы депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, выборы депутатов Московской областной Думы. Также большая вероятность, что у нас будут выборы в городе Щелково, местные муниципальные. Это выборы одного депутата, так как депутат у нас Никулин по 15-му округу, он сложил досрочно свои полномочия. Территориальная избирательная комиссия Щелковского района сформирована избирательной комиссией Московской области 10 февраля со сроком полномочий на 5 лет. Так, свои обязанности члены комиссии будут исполнять до 2021 года. Членами ТИК стали 12 человек.